Итак, друзья, АВГ вновь советует нам, как защитить себя от мошенников. 4 совета по предотвращению атак с применением механизма социальной инженерии. Никогда не сообщайте пароли и пин-коды по электронной почте или по телефону, насколько бы правомерным вам не оказался запрос. Перезвоните сами по номеру на сайте компании, если вам позвонят с просьбой предоставить личную информацию. Не переходите по подозрительным ссылкам, кто бы их не присылал, даже если это люди, которых вы знаете. Сначала проверьте адрес веб-сайта, ну или перезвоните вашему знакомому. Думайте дважды, прежде чем действовать. Заведомо неправдоподобные предложения должны моментально вызывать подозрения, даже если они кажутся хоть сколько-нибудь достоверными. Социальная инженерия как выглядит в реальности? Фишинг, смишинг и вишинг. Мошенники могут выйти с вами на связь с помощью электронной почты, текстовых сообщений или телефонных звонков. Например, они могут представиться сотрудниками вашего банка. Если запрос легитимен, компания предоставит вам возможность отправить им ответ самостоятельно, чтобы обезопасить себя. Услуга за услугу, мошенники могут предложить вам что-нибудь вроде бесплатной технической помощи, доступа к защищенному документу или решения проблемы. Их цель – получить ваши учетные данные, которые они затем могут использовать или продать. Ваше любопытство – грозное оружие в руках злоумышленников. Любопытство – естественная слабость, которую могут в своих целях использовать мошенники. Обнаружили бесхозную USB-флешку, ни в коем случае не подключайте ее к своему ПК. Это простой способ для хакеров проникнуть в систему. Претекстинг. Хакер собирает информацию, чтобы завоевать ваше доверие, например, выдавая себя за кого-то с вашей работы и запрашивая изменения в реквизитах платежей. Такой вид мошенничества обычно нацелен на сотрудников бухгалтерии или финансов, и часто хакеры добиваются в этом успеха. Ну и надеемся, данная информация была для вас полезной. Ваш антивирус защищает вас от фишинговых писем, сообщает о подозрительных ссылках и загрузках. Но социальная инженерия прежде всего играет на человеческих слабостях. Вот почему так важно знать о разных типах мошенничества с использованием социальной инженерии, чтобы их избегать. Друзья, вот собственно и все. Вот такие советы от АВГ антивируса. Ссылка, кстати, на него будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания. Обязательно устанавливайте антивирус.